Состояние улиц города на постоянном контроле у мэра. Еженедельно Анатолий Пахомов совершает обходы. На этот раз он прошел по улице Пластунской и сразу обратил внимание на опорную стену. Откладки в некоторых местах не осталось и следа. Его, наверное, надо снимать шубу вот эту. Я думаю, что надо. И... Мы что, не найдем такое? Нет, такое не найдем. Ее очень много. Старая. Вот. Значит, алкогольная дикипель, да? Ну, да. Это все равно... Вот, видите, какая шуба? Да все толщина, это все надо. А? Надо найти. Такую не найдем. Найти надо. Вопрос вызвали и тротуары. Со стороны перинатального центра на него постоянно что-то стекает. А на противоположной от пешеходной тропинки почти ничего не осталось. Хозяин этого нового строения до августа должен убрать неприглядный забор и сделать тротуар, отметил Пахомов. Далее в сторону химчистки будет проложен новый тротуар. Мэр обратил внимание и на состояние заборов частных домов. Последний раз хозяева приводили их в порядок к Олимпийским играм. С тех пор никто ограждение не мыл. Мэрия привлекла добровольцев, но все-таки поддерживать свои территории в надлежащем виде обязаны собственники. Во время обхода мэр не проигнорировал и ситуацию с громкой музыкой из машины, хотя это дело правоохранительных органов. Откуда? Я мэр города. Проверим, где он прописан, и мне скажут. Чересчур громкая музыка из авто, к сожалению, довольно частое явление на улицах города. Этот водитель приехал из Усть-Лабинска. Перевоспитать таких меломанов вряд ли получится, но рейды с участием представителей УВД и волонтеров участятся. Прошел мэр и по набережной реки Сочи со стороны улицы Конституции. Мы с вами видим, что вот набережная, которую тоже делали к Олимпийским играм, она тоже уже требует капитального ремонта. И мы даем поручение начальнику департамента транспорта и дорог тоже вот до 1 августа привести в порядок. Ну а то, что касается плитки, то, что касается лавочек, то тоже главе района дал такое поручение. К августу обновят и забор бывших очистных сооружений на Вагинске. Стоки теперь перенаправлены на новые бзугинские очистные. А эту территорию город готов отдать для развития инвестору, который предложит полезный для курорта проект. Ведь рядом отличная речная набережная. Этот участок десятилетия был полосой препятствий. Пройти, а тем более с коляской, мешали огромные трубы. Анатолий Пахомов несколько лет назад добился переноса коммуникации. После этого по поручению мэра набережную благоустроили. Тем самым продлили ее от центрального рынка до Краснодарского кольца. Теперь набережная здесь заменяет тротуар. Пройти к остановке автобуса гораздо приятнее вдоль реки, а не по обочине дороги. Ну, помимо лавочек и парапета, здесь обновят и опорную стену, которая уже стала холстом, увы, не для художников. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.